26 мая 2019 года, Харьков. 11 часов. И у нас съезд ретро-автомобиля. Вон они кучкуются. Сейчас подойдем ближе. Ретро-автомобильчики. Ты посмотри, какая краса. 26 мая 2019 года, Харьков. Сколько ж тебе лет, маленькая? Своим ходом. Потрясающе. О, да тут, наверное, придется мне стоять долго. Ну, на ходу их посмотреть, конечно, интереснее. Ну, это Штирлиц, 100%. Так, пойдем пока к месту сборки. Вон они. Будем рассматривать в деталях. Вон еще. Смотри, газовка. Мамочки моя родная. Москвичи. О, тут цельно. Фельдман Экопарк, да, там на постоянной основе стоят ретро-машины, правда, в небольшом количестве. Так, ну пока все, я так понял. Что там, 26 мая 2019 года, Харьков. Сколько точно? 11, да? 12, непонятно. Еще один ретро-автомобиль. Да, такой билет 100 назад увидели. Решили, что пол стрельцев сошел. 26 мая 2019 года, Харьков. В Харькове выставка ретро-автомобилей. Не с того бока. По второму кружку пройдем. Сейчас пока подъехали еще машинки. Ну, не переключай.
она больше работает, лучше. Прекрасный оркестр, который оркестр, ретро музыка, ретро костюмы. Специалисты там вещи. Снимушка зима. И самое главное позитивное. Мы вам слушаем, что вы тоже вы можете иметь с нами. Прекрасного конкурса и прекрасных вам впечатлений. Правосудие закрываем, голосование берем. Анкеты проверяем и поздравим. Автомобильный конструктор, педагог. Газончики. Там коробка 450. ГАЗ-М1. Вообще красотень. БМВшка. Сейчас посмотрим здесь, потом отправимся в парк Горького на ремне. Парк Горького, там будет сегодня Холя, праздник Холя, праздник красок. Ну это вообще белоснежная красавица. Что же это такое? Марка автомобиля Zimmer Golden Spirit. Эльгман Экопарк приглашает яркий праздник в начале лета, 15 и 16 июня. Ретро-пикник с Эльгман Экопарк. Так, это не ретро. Это не ретро. Ретро-костюмы, ретро-барахолка, веселые фотозоны, а также концерты и конкурсы. Это не ретро. Все два дня, 15 и 16 июня. Ретро-пикник с Эльгман Экопарк. О, у нас целый концерт. Да, ну 21-я Волга, 24-я. Уже разобрали. Товарищ тут на Украине приехал 86-го года поснимать. Тоже можно, конечно, рендера использовать. Вон какая красота стоит. Красавица. Вообще. Как говорил Форд Генри, мои автомобили могут быть любого цвета, при условии, что этот цвет черный. Что это такое?
Плимус. Плимут. Да, на Героя Труда долго, много лет стояла машина. Шевроле Импала, по-моему. Просто во дворе. Древняя ретро-машина, совершенно красивейшая. Сейчас убрали. Ну где-то в видеозаписях у меня там есть. Снимал я ее зимой, летом. Надеюсь, забрали ее на реставрацию, а не на металлолом. Потому как очень красивая машинка. Так, тут в процессе реставрации, очевидно. О, акулы. Горбатенький запорожец. Ну, красавец и красавец. Все в тон. О, Саня, только что я тебе говорил. 86-го года, да? 86. Камеры, чьи эти покрышки поменял. Сколько? 30 лет откатали. Да. Вот это вот перед велоднем поменял буквально. Перед. Да, велодень недавно был. 30 лет откатался. 33 и 3 года, как у Илья Муромца. Роман, смотри сюда. Костя, Костя, Костик, Костя, Костян, ты больше к велосипедам тяготеешь, да? Ты посмотри. Все. А это что за чудо враждебной техники? Да не, вот это ближе. Сижу, починяю примус. Господи, ну это же не игрушечный, натуральный велосипед. Без камерка. Очки. Едешь, да, я сейчас поеду в Холли-парк. Ну, ты то есть в парк. Не, я так. Да тут 20 минут сверху. Может, по дороге еще что поснимаю. Сейчас уже пойдем, или ты будешь ехать? Вот еще красота. Это Урал. Урал, на котором я родился. И на мотоцикле, конечно. Самоход самоволка. Ну и самый колоритный, конечно, участник костюмированного представления. А как называется мотоцикл? Харли Дэвидсон. Харли Дэвидсон. А там на колле есть еще. Оно перевернуло вверх. А, сейчас по твоему. И оружие аутентичное, да? Рабочее, да. Вообще красота. Харлей Дэвидсон, ВЛА-42 USA, 1942 год. 750 кубиков, ничего в себе. Красота. Ну, Ява, это уже моей молодости. Thank you.
Ну и на этом все, пожалуй.